Украинский представитель в группе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук сообщил, что Киев не будет отводить войска от линии соприкосновения в Донбассе даже в случае достижения договоренности об отводе тяжелого вооружения. Говоря об отводе тяжелых вооружений, следует подчеркнуть, что речь не идет об отводе от линии соприкосновения войск вообще. Все войска остаются на своих позициях, и никто никуда не отступает. Иногда думают, что речь идет о каком-то отступлении, заявил Марчук. По его словам, украинская сторона настаивает на том, что одним из условий для выполнения договоренности об отводе тяжелых вооружений должно быть предоставление беспрепятственного доступа наблюдателям миссии ОБСЕ к российско-украинской государственной границе на территории Донбасса. Он также добавил, что президент Украины Петр Порошенко инициировал создание пятой рабочей группы, которая будет заниматься исключительно проблемой российско-украинской государственной границы.